Девчата, когда нет возможности купить краситель-распылитель заводской, можно его сделать своими руками. Наливаем водички непроизвольное количество. Давайте, чтобы вам было понятнее, я налила здесь 23 грамма. Давайте, наверное, 25 налью. 25 грамм воды. Сюда нужно добавить краситель. И красителя надо добавить много. Кстати, про воду можно использовать водку. Она будет быстрее испаряться. Ну, я вот сейчас использовала воду. Красителя добавляем много, потому что в итоге наша пыльца будет намного светлее, чем в самом начале. Можно цвета миксовать, естественно. Красители можно использовать любые, гелевые, водорастворимые, сухие, без разницы. Но главное, что водорастворимые, потому что у нас вода основа. Так. И насыпаем сюда крахмал. 30, значит, 25 грамм воды, 35 грамм крахмала, на 10 грамм больше. Все, перемешали. Если мы хотим, мы можем даже ароматизировать. Я добавлю ванильку. Можно этого не делать. Перемешиваем. К сожалению, сладость сюда добавить сейчас нельзя. Потому что добавить и сахар, или сахарную пудру, или... Что еще у нас может быть? Фруктозу нельзя добавлять, нельзя. Потому что тогда будет, не будет рассыпчатая наша пыльца. Все, выливаем на тарелочку. Вот так. Сейчас она растечется. И оставляем до полного высыхания. Сколько понадобится на это время, у всех по-разному. Если у вас очень жарко, в принципе, завтра уже можно будет дальше работать. Наша задача дождаться, когда полностью высохнет и появятся трещины на нашей смеси. И все, ждем. Ну что, прошло 24 часа, сутки, все высохло. Я накрываю пленочкой и немножечко продавливаю. Моей кофемолке так будет легче. Вы можете этот момент упустить. Так, перекладываем в кофемолку. И закрываем крышечкой и перемалываем. Нужно перемолоть, и вам лучше. Вот так вот попробуем. Крупинки есть, нет, вроде ничего нет. Можно добавить сахарной пудры, можно не добавлять. Ложечку. И опять немножечко перемешать. Вот так вот. Теперь смотрите. Нам нужна соусница. Это соусница. Бутылочка очень мягкая. Видите, соусница. Пересыпаем бутылочку. И вот важный момент. Я взяла вот такую сетку. Из нее делают фату, фатин, как его еще называют. Мягенькая такая. Но важно сложить правильно. Посмотрите, как я складываю. Видите, я делаю в два слоя, потому что фатин мой достаточно, ну, дырочки крупноваты. Наискосок. Видите, сложила наискосок. Не вот так, а вот так. И у меня дырочки тем самым стали поменьше. Я просто вот так накладываю и закручиваю крышечку. Для чего это нужно? Для того, чтобы слишком много пыльцы не вылетало сквозь дырочку. У соусника носик достаточно широкий. И вот сеточка нам помогает. Кстати, сеточка есть в заводской упаковке. Юбочку отрезаем. Можно и не отрезать, это я так просто делаю. Вот так вот. Ну что, давайте я сейчас листик сделаю, такой импровизированный, для того, чтобы показать, как работает ли наш краситель-распылитель или нет. На самом деле, распылителем нужно учиться работать. Не всегда получается. Нужно научиться контролировать, чтобы слишком много все же не выплевывалось сразу. Ну вот, попробуем сейчас. Открываем. Сейчас. А, под наклоном нужно, под углом 45 градусов. И вот пух-пух, аккуратненько нажимаем. Нужно постоянно потрясывать бутылочку и следить за тем, чтобы слишком много, конечно, не вылетало. Ну, в принципе, работает, видите, да? Если нет возможности купить заводской, как правило, это на Алиэкспресс, то вот так вот можно. Конечно, это голимый крахмал. На Алиэкспресс очень вкусные красители, распылители. Ну, за неимением лучшего
и так хорошо.